Хвостатая инспекция вольера. Волонтер учтет все замечания наших ребятишек. Хозяйка домашнего мини-приюта собаки Семашка в целях проверки хода строительства вольера нас посетила придирчивая и крайне заинтересованная в этом процессе инспекция. Проверяли будущие домики для хвостиков и условия их проживания. В целом все понравилось, но мелкие замечания были и их попросили устранить. А некоторые пожелания по улучшению быта и не оставить без внимания, пожалуйста. А также посетовали на отсутствие комфортных лежанок. Тут согласна Марина Абельдяева полностью. Есть у нее даже идея смастерить что-то из покрышек. Видела подобное где-то в сети. Интересные такие, знаете, лайфхаки, которых сейчас очень много. Пока же придется обойтись одеялами, пледами, а где-то даже и сеном. А настоящее же нам даже для самых маленьких собачек, к сожалению, сейчас не по карману, прям от слова совсем. Будем, конечно, что-то думать и с этим вопросом, но тут не все в силах одной единственной женщины-куратора, которая на попечении почти 200 собак с учетом уличных. Также попросили рассмотреть вопрос с выдачей игрушек при заселении, чтобы адаптация проходила веселее и были связаны только с приятными впечатлениями. В общем, забот и заданий еще очень много у волонтера. Постараемся все претензии разрешить в кратчайшие сроки, все пожелания наших ребятишек учесть и по мере возможности и наличия средств воплотить их все в жизнь.